Миловидные разноцветные зверюшки, радостно улыбавшиеся нам с экранов телевизоров, навсегда покинули российский эфир, уличенные в нарушениях моральных норм разной степени тяжести. А все из-за того, что в каждой серии одноименного мультфильма эти переполненные добротой и любовью животные жесточайшим образом убивали друг друга, шутили плохие шутки и заполоняли вещание беспросветным черным юмором. В игре по мотивам вышедшей для сетевых сервисов консолей и одновременно на PC показатели жестокости ни на йоту не уменьшились. Даже напротив, во многом видеоигровой эпизод «Счастливых лесных друзей» перещеголял мультипликационный вариант. В False Alarm игрок управляет синюшным оленем со свернутыми рогами – Лампи, который, сидя в вертолете, помогает своим друзьям перебраться из левого края экрана в правый. Задача не так проста, как может показаться на первый взгляд. Путь зверятам преграждают мясорубка, трактор, огнемет, рубящие остро наточенной катаной статуи и прочие опасные для жизни ловушки, близкое знакомство с которыми за несколько секунд снимает голову с плеч. Лампи как может старается помочь несчастным, однако все, на что он способен, в нужный момент нажать на специально отмеченный на локации прибор или кнопку, чтобы вывести ловушку из строя и обезопасить проход. В дополнение к этому, безусловно, важному умению, прилагается возможность замораживать очаровательных героев, обращая их буквально в куски льда и делая тем самым неуязвимыми для некоторых невзгод. Можно, напротив, подгонять их напалмом. Блуждая по 30 поделенным на тематические зоны уровням, игрок вспомнит все памятные места оригинального мультфильма. Таким образом, разработчики и не пытаются скрывать, что False Alarm интересно будет в первую очередь тем, кто знаком с первоисточником и терпимо к нему относится. Другим же людям, которым претит отточенное до телевизионного совершенства насилие, могут, причем вполне оправданно, счесть игру оскорбительной. Чтобы не ударить в грязь лицом, создатели включили еще и эксклюзивный мультфильм, который не будет распространяться через интернет. Мол, говорите, что хотите, а разработчики своим принципам не изменят. Зато и ценится.